И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, с вами Иван, друзья, и у нас Universe Sandbox 2. В этой серии мы, друзья, рассмотрим интересные работы из мастерской Steam. Я не буду делать никаких в этой серии, наверное, различных экспериментов, а рассмотрим различные интересные работы, ребят. Так, ну, давайте посмотрим. Первая работа, которую я хочу посмотреть, это работа моего подписчика. Давайте зайдем в мастерскую Steam. Так, Kepler 438B. Да, известная система, как говорят ученые. Это звездная система. Здесь рядом с родительской звездой есть планета, которая находится в зоне обитаемости, якобы, на которой, вероятно, скорее всего, возможна жизнь. Так, немножко время я замедлю. Отлично. Так, действие. Давайте посмотрим. Зону обитаемости поставим. Так, вот она, наша зона обитаемости. В принципе, да, Кеплер 438. Это у нас, я так понимаю, красный гигант, нет? Нет, это, наверное, скорее всего, красный карлик. Вот она, планета Кеплер 438b. Я хочу рассмотреть ее со стороны. Давайте отключим зону обитаемости. Да, ну, по крайней мере, на ней я вижу какие-то горы, даже есть вода. Состав. Так, состав. Твердое тело, вода присутствует. Железо. Так, масса. Одна земельная, радиус 6950. А вот, кстати, да, насчет температуры. Меня интересует температура на поверхности 21 градус. Это очень хорошо, в принципе. Она, я скажу, да, на ней, в принципе, возможно образование какой-то жизни. Атмосферная масса одной земельной, давление на поверхности. Ну, давление на поверхности вообще отличное. Слушай, здесь можно существовать, можно жить. Парниковый эффект, правда, я смотрю, повышен. 79 градусов. Так, состав. Давай посмотрим. Сходство с Землей 96%, а вероятность жизни 15%. Ну, что-то как-то маловато. Наверное, возможно, все-таки какие-то парниковые газы, что-то здесь существует, есть. Так, подожди-ка. Магнитосфера. А, по-моему, у этой планеты нету магнитосферы, да, я так понимаю, нету магнитного поля, поэтому все солнечные вспышки с Кеплера, они вмиг убьют все то, что может быть на этой планете. Кстати, да, я скажу, друзья, так, что на родительской звезде Кеплер вспышки намного чаще происходят, чем на Солнце, по-моему, аж в 10 раз. Давайте попробуем добавить магнитосферу. Так, отображать магнитосферу и магнитное поле. Давайте немножко добавим магнитного поля. Может, немножко уменьшить. Наверное, вот так. Я думаю, надеюсь, что потери атмосферы не должно быть никакой. Так. Скорость 176, период вращения 2 дня. Угу. Орбитальный период сутки. Слушай, ну, в принципе, я скажу так, что планета, в принципе, она создана довольно-таки так эпично, атмосферно. Нанесены и облака, смотри. Поверхность, вот это вот горы скалистые. Как правильно сказать, скалистая, наверное, поверхность. Реки, озера. Да, ну, в принципе, классно проработано все. Так, состав. Движение, это не то, это мне не надо. Так, давай мы сейчас отключим, короче, с вами магнитосферу. Так, отображает. Ага, это понятно, обзор. Так,
Так, друзья, я отключил магниту сферу, потому что, ну, как бы несмотрибельно будет смотреть на эту планету. Так, слушай, мне интересно, давай-ка немножко ускорим время и посмотрим, что будет происходить с поверхностью планеты. Я думаю, что температура не должна... Хотя нет, смотри, температура меняется, а что у нее по этому самому, по периоду, по вращению вокруг своей звезды? Так, давай-ка посмотрим орбиты. В принципе, да, бывают такие моменты, что она где-то приближается к своей родительской звезде, а где-то она будет... отдаляться, вот смотри здесь. То есть здесь сейчас температура должна немножко вырасти, да, 25,5 градусов. А где-то вот, наверное, на этом вращении должна немножко температура уменьшиться. Так, 27-28 градусов, даже температура растет 30-32. Ну, а почему температура растет? Мне кажется, она должна держаться на одном уровне. Все-таки непонятно. Так, слушай, ладно. А если нам добавить... Я хочу добавить, знаешь что? В зону обитаемости нашу Землю. Так, действия. Так, добавить нашу планету Земля. Хочу добавить сюда. У нас примерно, по-моему, на... 150 миллионов километров, да, наша планета находится от нашей звезды, от Солнца. Но здесь мы, как помним, это красный карлик, поэтому если мы будем выставлять Землю на 150 миллионов километров, это будет выглядеть вот так, короче говоря. Здесь наша Земля должна находиться. Нет. Давайте примерно в зону обитаемости, ну, на орбиту Кеплера выставим. И выставим... еще одну землю куда-нибудь, наверное, чуть подальше. Так, отлично. Посмотрим, что будет с нашей землей, если бы она находилась на таком уровне, как Кеплер. Так, можно даже, наверное, увеличить время. Так, климат, температура. Температура, ну, я смотрю, температура, по-моему, чуть-чуть она падает. То есть, все-таки красный карлик эффекта огромного, большого для согревания планеты она особо не дает. Хотя, подожди, 13,5, 13,4. Да, температура падает. Состав. По составу у нас там ничего не поменялось, да? Вероятность жизни... Нет, ну жизнь, она остается, смотри. Хотя на 1% она всего лишь упала, климат. Ну, конечно, да. Немножко похолодало на Земле. Так, погоди, я немножко замедлю скорость. Ну, в принципе, все то же самое, что и в нашей Солнечной системе происходит. Я смотрю, экватор остается нетронутым. В принципе, нормально тепло. Но да, средняя температура 11 градусов. Так, парниковый эффект 28. Ну, скажу так. Давай промотаем еще побыстрее. Давайте года, наверное. Хотя, смотри, вот температура возросла. 20 градусов. То есть я скажу так, что если бы наша, наверное, скорее всего, Земля находилась бы на орбите Кеплера, то в зоне обитаемости, да, ее, то, скорее всего, бы, конечно, да, на Земле было бы намного прохладнее, чем возле нашей родительской звезды, солнышка нашего родного. А, подожди, я же добавил еще одну Землю, по-моему, чуть подальше. Но она тоже в зоне обитаемости, но на самом краю. Здесь, смотри, температура поверхности 6 градусов. Да, здесь, конечно, намного холоднее. Намного холоднее, хотя...
Ну, не скажу, что здесь уж так прям холодно. А что у нас по... Сейчас, подожди-ка. Сходство с Землей 98, вероятность жизни 98%. А у нас там было 99, по-моему, да? Ну-ка, стой. Нет, 98, все так же. В принципе, нет, ну на, да, на 4, на 4 сотых процента вероятность жизни упала. Ну да, прикольно. Так, давайте рассмотрим еще, наверное, какие-нибудь симуляции. Вот эта симуляция Kepler 438, она мне, конечно, очень понравилась. Можно сравнить нашу планету, если переместить ее сюда, допустим, да, и посмотреть, что бы было с нашей планетой, если бы она находилась в этой системе. Ну, кстати, посмотри, на Кеплере почему-то исчезла вода. Непонятно, почему, куда она испарилась или что с ней стало. Так, давай, ладно, посмотрим еще какую-нибудь симуляцию. Так, симуляция. Мне тут понравилось кое-что интересное. Земля, Венера и Марс 2 биллиона лет назад. Как выглядели планеты нашей Солнечной системы? Посмотри. Я думаю, это вообще обалденно, да? Шикарно. Смотри, прото-Венера, наша Земля и Марс. Так, прото-Венера. Прото-Венера. Что там у нас творится? На ней климат 15 градусов. Атмосферная масса и давление, в принципе, ты знаешь, все замечательно. Так, подожди-ка, в атмосфере. Ага. То есть можно считать, что когда-то на Венере и скорее всего, ну-ка, подожди-ка, на Марсе давление на поверхности, ну, чуть повышено, атмосферная масса. Давайте земные выставим. Меньше, конечно, чем земное. Можно считать то, что на этих планетах когда-то существовала жизнь. И ты представляешь, если когда-то давно Венера, она выглядела вот так. Смотри, даже, по-моему, есть какая-то зеленка. Классно. Есть. Ну-ка, подожди-ка. Марс. Климат 15 градусов. Что у нас? Подожди-ка, по составу вода. Ага, хорошо. Вероятность жизни 60%. Ну, конечно, я думаю, что на то время, столько миллиардов лет назад, блин, конечно, возможно, существовала какая-нибудь растительность на Марсе. Ну, хотя, может быть, нет, это мои чисто догадки, друзья. Но вулканы точно были действующими. Конечно, вот можно было бы обработать их, да? Посмотри на Землю. Земля, да, только она находится в том периоде, когда только, наверное, ну-ка, стойка, подожди-ка. Вероятность жизни 48%. Температура 14 градусов. Я так понимаю, это, наверное, скорее всего, после... Уже, конечно, времена прошли после тяжелой бомбардировки и, наверное, уже после вселенского, как там правильно было-то, друзья, поправьте в комментариях, по-моему, после самого масштабного ледникового периода, да, когда вся Земля была замерзшей планетой. Так, вероятность жизни, подожди-ка, парниковый эффект. 48%. Так, магнитосфера, ага, здесь не выставлена магнитосфера. Вот печально, да, конечно, можно было бы выставить магнитную сферу, посмотреть, тоже бы прикольно смотрелось бы. Но Венера, конечно, мне кажется, на всем этом фоне она более выглядит шикарно. И посмотри, здесь такие разрозненные материки, как бы, да, нету больших материков, но есть вода. Так, конечно, да, вот эта симуляция, она прекрасна для сравнения и, знаешь, так научно посмотреть, как выглядели планеты много миллиардов лет назад. Я согласен, что вот именно так, скорее всего, наш брат-близнец и
Маленький тоже такой Марс. Выглядели так несколько миллиардов лет назад. Так, симуляция. Давай посмотрим еще интересную симуляцию. Так, сейчас я ее найду. Терраформированные, по-моему, планеты Солнечной системы. Так. Это у нас что? Ганимед. Да ладно. Это же у нас спутники, нет, по-моему. Плутон. А, даже Плутон. Ну-ка, стой. Посмотри, классно, да? Обалденно. Слушай, а разве у Плутона... Нет, это Юпитер. А где же был Плутон? Нет, ну-ка, стой. Ну, я же реально, я щелкнул на Плутон, нет? Ладно, давай рассмотрим Юпитер тогда. Я так понимаю, у нас терраформированный Юпитер и его все спутники. Кстати, насчет колец, у Юпитера я не соглашусь. Кольца можно было бы, конечно, сюда не прибавлять. Но смотрится, кстати, тоже довольно-таки интересно. Да, если бы Юпитер был не газовым гигантом, то и была бы там жизнь, он выглядел бы, наверное, вот так. Классно. Так, подожди-ка. Что у нас по спутникам Каллиста? Так, температура 15 градусов по Цельсию, атмосферная масса. Ну, немножко, конечно, наполовину ниже, чем на Земле. Слушай, представляешь, если бы вот так вот можно было бы смотреть с Каллиста на Юпитер. Радиус, конечно, у Юпитера огромный. Так, а что у нас еще по спутникам? Европа? О, терраформированная Европа, боже, это, наверное, классно. Нет, ну насколько я знаю, что там, возможно, есть вода под поверхностью, подо льдом, да? То, скорее всего, конечно, мне кажется, материков бы здесь просто бы не было, а поверхность полностью была в воде. Ганимед. А, ну вот Ганимед еще, да? А здесь более такие обширные, смотри, материки интересные. Классно. Реально, вот эти вот три симуляции, наверное, на мой взгляд, самые шикарные, которые мы сегодня с вами посмотрели. Ну что ж, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно жмите колокольчик всем, кому понравилось. Пишите ваши комменты. Такое вот небольшое путешествие в мир Universe Sandbox 2. Пока, друзья. До новых встреч. Пока-пока.